ты можешь спокойно быть капитаном мужской команды. Чик. Нужна девушка, которая готова быть капитаном женской команды. Я готова. Есть такая? Основная задача – батлиться здесь и сейчас, потом. Пары меняются, меняется трек, и мы продолжаем. Кого выбираешь? Капитана команды. Основная задача следующего интерактива будет заключаться в том, что мы сегодня будем раскрывать страстную пару. Это зажигательный танец. Кто готов быть? Мы, конечно, мы должны быть первыми. Хорошо. Ха-ха.